Медаль нашла своего хозяина. Карагандинский полицейский, участвовавший в поимке вооруженных преступников, награжден нагрудным знаком за вклад. Старший сержант Николай Реченко еще в 1998 году принял участие в задержании особо опасных преступников, которые совершили разбойное нападение на сахарный центр. Подвиг Николая Реченко и сегодня не остался в стороне. Мирангуль Салкимбаева с подробностями. Калипас, стреляй буду! Быстрее! Еще быстрее! Николай Редченко до сих пор вспоминает тот роковой день. Злоумышленники, совершившие разбойные нападения на сахарный центр, скрываясь от полицейских на автомашине маркой БМВ, убили сотрудника дорожной полиции Рустама Мажитова. Преступников сотрудники полиции Карагандинской области искали 9 дней подряд. Вечером 20 ноября полицейские устроили засаду в одной из квартир города. Каким-то образом им стало известно, что сюда могут прийти злоумышленники. Там произошла перестрелка, в ходе которой мой напарник Нурлан Байгацкин, получив огнестрельное ранение в голову, погиб на месте. Мне пришлось открыть огонь на поражение, в ходе которого один из преступников был убит на месте, второй был ранен, но скончался в больнице. Сам получил 2 огнестрельных ранения, лежал в больнице. На сегодняшний день Николай Реченко продолжает свою работу в этой сфере. Служить верно своей родине – это задача каждого военного, утверждает он. Ведь каждый подвиг не останется в стороне. Мирангуль Салкимбаева, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.